Здравствуйте. Обзор недавно у меня был херовый сгущенки главпродукт. Там вроде есть люкс, экстра, по-моему, была экстра, жидкая, на вкус не очень. И вот белорусская Рогачев. Я думал, что она густая, что ложка не падает, стоит, но она лучше, чем главпродукт. Так. Приходится, да, вскрывать. Ключа нету. Она чуть погуще, но все-таки не такая густая. Все равно по вкусу нормальная, но жидкая. Вот. Это уже немножко осталось, но она и все равно была, когда полная, там ложка легко тонула. То есть вот сейчас она уже, Рогачев, стала не отличная. Так, на троечку, четверочку. Может, это какая-то партия, фиг знает, может быть. Вот. Но раньше была густая. Вот. Номер М267-61, 16-06-20. Может быть, в этом году стали уже херово делать, экономить. Так, перевернуть я не могу, быстро только. Вот, Рогачев, Беларусь. Короче, она уже не густая. Уже я хотел как бы сравнить, похвалить, сказать, вот, зашибись, ложка стоит. Ну, нихера ложка там не стоит. Ключа нету, крышка это от чего-то другого. Вот так вот. Не знаю, в какой, где теперь взять, в которой ложка бы стояла. Может быть, это вот главпродукт люкс, которая, а та была экстра, может быть, в ней. Ну, потом, может, посмотрю. Так, ну это, в общем-то, все. До свидания.